Молодым, красивым. И я думаю, что я, это для меня как сон, потому что в этих песнях все мои родные, мои бабушки, мои предки, которые пели все песни. Эта песня посвящается мальчику Шлемеву, которого, наверное, любила одна из моих бабушек. Он играл на скрипке. All of the songs sounded before Odessa was the goal. And the next song, named Shloimeh Lev Malkin, I want to dedicate to the young boy, Shloimeh, and probably my grandma loved him. Thank you.
Thank you.
Позвольте нам исполнить на Никасской земле шедевры, которые созданы в Америке. Мы обожаем эту музыку и поем на каждой сцене, на каждом концерте. Это наша любимая музыка, и в ней есть все и все чувства, которые выражены именно этой прекрасной музыкой, которая уже стала достоянием человечества. With a great respect and with great pleasure, we perform for you now a piece from the Fiddler on the Roof musical, world-known musical, Sunrise Sunset. We are singing that song all over the world, on each stage and in each country, and here in American land, where it was written, it's a big privilege for us to sing for you this wonderful, wonderful song, Sunrise Sunset. Is this the little girl I care?
одна из величайших баллад. Джордж Гершвин. У него тоже были одесские корни. Нам это все дорого и близко. Мужчина, которого люблю. The man I love. Which makes our life a little bit better, a little bit brighter.
writer. Italian song, Guarda che luna. Thank you.
performance.
нашето магнетенство далеко и так да наблюдам вас. Can you sit? Michael Sarin, drum set. Thank you. Emily Trafford, percussion. Thank you very much. Thank you very much. Замечательный клавинет, замечательный музыкант Борис Шпитальник! Я благодарна и признательна всем вам за то, что вы сегодня вместе с нами, за аплодисменты, понимание, те чувства, которые и мы здесь на сцене, благодаря этим волнам, для нас они долетели. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, я давно выступала в таком замечательном театре. Спасибо этому театру, спасибо всем, кто внес лепту, и наш концерт состоялся. Спасибо большое, я вам желаю всех благ, мира, любви и несколько произведений просто от души. Что является действительно тем чувством, которое рождает музыка, и благодаря музыке рождаются все эти чувства. Это процесс, наверное, такой. Итак, для вас звучат эти несколько произведений с пожеланиями мира, любви и до скорой встречи. Но все-таки они прозвучат. Thank you to all of you for such a wonderful, warm reception. I'm so happy to perform again in Boston, and I'm very happy to see this wonderful, really beautiful theater. Thank you very much for waves you gave us back, your warm reception. Thank you very much, and a couple of compositions. Okay, thank you. Самый лучший.
на душе так хорошо. Спасибо вам. Это ваша заслуга. Спасибо большое. Спасибо. Thank you very much, Mikhail Mokhanov, our sound producer. And we wish you all the best, luck, and invite us again. Да. Ах, какие, вот тебе, как плачь.
Спасибо. Спасибо. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.